Вроде нет. Надеюсь. Так, убиваем. Смелее. Врываемся и... Так, я пробую сделать. Шутят. Ай-яй-яй, меня моб убивает, пока не шутит. Я тоже хочу шутить. Так, дамаг. Двойник. Понял, что случилось, я тире нажал, да? Так, наложу на НПЦ. Просто к интернету говорят, да? Ну, опять же, я бы сказал, что у нас... Да, я это и скажу сейчас им.
общем, да, смотрим. Пытаемся дальше как-то преодолевать эти странные фризы. Которых, к слову, вчера я бы не сказал, что так сильно их ощущал. Сегодня это даже мешает игре. Большого так просто не проведешь, он слишком простой, чтобы купить на наши уловки. Просто бьет туда, где мы стояли. Так, приоритет АБС-ки стоит нормальный. Приоритет игры средний. Ну, все нормально. Кстати, игра жрет нормально процесса. Ну, то есть без перебарщивания. Это вот тоже мой интернет. На бордете у склепов нет стен. Есть крыша, есть дверь, а текстуры стен нет. Забавно. Я понимаю, в чем ситуация, просто пускай тут ребята покейтятся маленько. Ого, что-то я тут не рассчитал свои силенки. Ох, меня сейчас умертвие снесет. Ух, прилетело. Надо было вот эти мертвые сразу сносить.
Текстуры света у кого-нибудь сбоят. Ну, подходишь к фонарю, а там текстура квадрата не подсвеченная. Как и в старых данжах на локах. Опять же, такой у нас стрим переписки в чат, да? То все он на максималках играют без лагов. Блин, надо бы ее, конечно, убить по-другому, да? Но по-другому не будем. В принципе, и так мы ее загнобили. Отлично. Давайте по прямой. Не будем отвлекаться. Конечно, переборщил с анализом, да ладно. А вот тут что-то у меня проблема, да? Появилась. Даже три. Так. Ножи. Шаламим. Ну, вроде все, разделались, окей. Кто это? Пора. Келембр зовет меня в мир иной. Прошу, сожги мое тело. Не хочу, чтобы оно достало. Подожги. Разрабы могли бы сделать, чтобы разные божества не просто были разными картинками, да, а давали именно какой-нибудь стат. Было бы прикольно. Но тут все упирается в фантазию. И ее недостаток. Отрабатываем по программе. Ой-ой-ой, вниз. Не буду двойника ставить, потому что и так забороли. Да, эта локация такая довольно, ну, не так чтобы сложная, да, но именно проверочная в нашем случае. Давайте. Убивай смертных! Ох. А вот лучники, это беда. Прячемся. Ай, еще один. Они додумаются? Додумаются. Сейчас обойдут. Баночку выпили. Инвиз восстановили. Так, смотрите. Сейчас хитрим. Инвиз. Всех, да? Разобрал. Двойника оставил. И из инвиза запустил ножи. Чтобы быстрее проработать эту троицу. Два смертохвата. Шикарно. Если я их не убью с первого раза. Они проглотят нашу душу. Но мы не появились, и мы их убили. Отлично. 25 уровень. Чуть меньше 5 уровней, скажем, осталось, да? То есть мы уже близки. Опа. Рано. Врываюсь. Цель смертохват. Выполнили задачу, собираем книжонки, потому что, ну, мало ли пригодится нам знание. Мне за знаниями нужно своего стандартного персонажа пускать. Пускай все закрывает квесты. Стыдно, что моя вера в Келембара пошатнулась.
Мне стыдно за ее веру. С учетом, что мой персонаж вообще другой религии, вероисповедания, да? Ох-ох-ох, ох уж эти ДНД. Вперед. Ну, тут простой пак. Запускаем ножи, уходим в ошеломление. Может даже не прорабатывать другие варианты. Окей. Все и так получилось легко. Опять же, играем без шмота как такового. Можем убрать один ножичек, но фиг знает. Пока прям один в один идет. То есть хп мобов, наш дамаг. Если мы срежем его вдвое, ну просто мы за прокаст не будем убивать моб. А если мы не убьем за прокаст, нас просто убьют при появлении из инвиза. Давайте попробуем, конечно, один. Хотя, пускай остается так. Смысл убирать ножик? Ну вот, уберем мы у него нож, да? Так, правая рука. Давайте правую ему поставим. Вот он спрыгнул. Смотрите. Дым, ножи, вниз. Продлеваем. Кстати, уже медленнее уходит. Враги ушли, кстати. Заметьте, по дамагу. И с одним ножом. Нам надо... Опа, нам надо сейчас избегать урона от лучников, восстановить невидимость. И врываемся. Смотрите, опа. Как плохо, смотрите. Снес. Давайте попробуем. Продолжаем. Так. Дым, ножи. Уходим вниз. Все, и добило. В принципе, и так работаем. Нормально, да? Давайте я посмотрю сейчас отчет о дамаге в бою. Хиты, это понятно. Так. 29, 27, 15, 57, 57. 30, 57, короче, колеблется, понимаем, да? Разницу. Смотрите, ставим нож. И проверяем теперь. Если не ошибаюсь, цифры были выше. То есть у нас второй нож, он по сути передамаживает. Пожалуй, стоит сказать спасибо, что выдает излишнюю цифру. Остался в живых. Мы попались в ловушку. Эти заманили нас в расселину и напали. То есть мы с одним ножом нормально наносим урон, а с двумя это уже идет переизбыточный дамаг. Ну просто два ножа красивее выглядит.
Абис, привет. Мы тут уже вторую ночь качаем паута. Изучаем его механики. И сейчас я думаю, стоит ли скидывать с него один из ножей. Потому что... Так, пока два, да? Ладно. Блин. Ушел в инвиз и ничего не сделал. Ладно. Сейчас снесем. Не, нормально, все прошло так. Просто с двумя ножами получается у нас слишком дофига урона. Как-то нечестно в отношении мобов. Пробуем с одним. Вот с одним прям самое то, по крайней мере для этой локации. Если в следующий будет жестче, да, там уже можно будет второй нож накинуть. А тут прям как для нее сделано. Ну, в случае такого челленджа я не сторонник. Скажем так, апанного дамага. Но, блин, локация жутко лагает. Ну как жутко лагает? У меня обычно, если проблемы с интернетом, лагает ну и стрим лагает, и игра лагает, игра дергается, начинают какие-то игровые фризы происходить, то есть просто картинка начинается дробиться на слайд-шоу. А сейчас у меня именно игровой процесс, то есть серверная часть. С персонажами не могу взаимодействовать, с NPC. То есть беру квест, а он берется гораздо позже, потому что я взял. Сейчас сдавать будем, это заметно станет. Вот я подбежал. Мертвые заслужили да не забудем. Вот, кстати, сейчас еще нормально. Сейчас он быстро среагировал на квест. Смотрим на этом. Мы должны иметь Да, кстати, сейчас стало лучше. Заставляют свежеподнятых скелетов выкапывать кости и реликвии на поле бедняка. Затем нежить проносит. Оружие не считается броней, но старейшую часть Невердета. Смотри, грубо говоря, сейчас расскажу. Ходят эти костеносы. Просто представь, у моба, например, 100 хп, да? А я наношу двумя ножами урона на 200 хп. Ну просто у меня переизбыток дамага получается. Поэтому я думаю честнее пока что с одним ножом. То есть с одним ножом нападаю, я наношу те же самые 100, которые... То есть я его в принципе убиваю. Просто этот излишек, который со второго ножа, ну блин, он уже слишком лишний. Я даже штаны заменил, поставил обратно свои слабенькие. У меня была альтернатива одеть те, которые растут вместе с уровнем, но это вообще будет бесчестно. Вот, а лагание где-то сегодня, наверное, в 12 я стримил. И тут очень ужасно все было, то есть у меня персонажи, NPC не реагировали на, ну, на использование F-ки. То есть я подходил вот так к ним, наводил, у меня не появлялось вот этой подсказки, да, то есть у меня просто не реагировала мышка, что здесь кто-то стоит. И спустя, например, там секунд 15 появляется надпись нажать F, да? То есть я нажимаю, и он ждет еще секунд 10, прежде чем начать говорить. Тебе нужно возьму квест. Последнее над ним было висел знак нужно? Дальше квеста, что у него типа не взят квест. Хотя я уже взял, и он пропадал только секунд через 10 тоже. То есть, ну, такая ситуация была странная именно вот с задержкой. Сейчас смотрю, вдруг стало все хорошо. Как я побомбил здесь в чат вопрос про эту задержку. Все говорят, все нормально. Вот кроме краба. Краб, конечно, бывает этот, подтупливает во время призыва. Тебе нужна помощь, Келем. Я рад. Так. Что-то сегодня как-то это.
Блин, хочется мне 30-ку взять уже, посмотреть там на пути, какие ветки развития есть у паута. Так. У меня все сюда шлют. Ну вот я начинал где-то в 12 стримить, да? Там были жуткие лаги, я просто это прервался. Ну, представляешь, во время боя я упал в обрыв туда, чтобы, ну, умереть. У меня выскакивает окошко о том, что я умер, вдруг у меня происходит откат, я оказываюсь на краю обрыва в куче мобов, дерусь мобами. Хотя у меня уже даже сообщение появилось, что я умер. То есть это вообще было, ну, невозможно играть. Я прервался немножко, погуглил, посмотрел на форумах, нет ли каких-то отзывов о том, что игра вот таким образом тормозит. Ничего не нашел и вот вернулся обратно. Так. А, Джеки сегодня почти не видел, потому что заходил вечером, там дальше дела появились, и только уже ночью полез, когда уже не время для Джеки. Мария сегодня особо тоже на связь не выходит, у меня тоже дела, поэтому... Серым нет трансляции, странно. Сегодня днем был стрим довольно долго. Ну, сам видишь, если мы прокачались уже до Невердета, до 26 уровня. Стрим, по-моему, где-то часов там до... половины шестого, что ли, был. Так, где кто напал? Как раз механику разбирали, пытались ее постичь. На стриме были у нас Элвис и Дейли, он, по-моему, тоже заходил. Так, пробуем. Что у меня тут за квест? А, это череда квестов с ритуалом. Красный ритуал. Не знаю, как сейчас с инвизом будет, да, вообще, ну, возможно ли, да, согласен, возможно ли будет создать прям фулл инвизера, как у меня был, скорее всего нет, я же смотрел раньше, ну, поглядим теперь еще раз, вот, но в принципе уже, да, то есть у нас есть механика вот на этом уровне, которая продлевает нам инвиз, вот это мне уже нравится, то есть это уже хорошо, опять же, первый скилл, который кидает у нас дым, он ошеломляет мобов, то есть мобы нас не дамажат какое-то время. Потом мы можем запустить вот эту АОЕ, да, ножами, уйти в инвиз, и если мы, ну, то есть не дожидаясь, когда закончится действие инвиза, поставим двойника, у нас обновится инвиз. То есть не выведи нас из инвиза. Вот это прикольная вещь. Сейчас я, кстати, на мобах это все сделаю и покажу наглядно. Ну, как бы эту механику и... Ну, эти несерьезные мобы, я даже не буду задерживаться. Вот на этих можно. Ну, вот, например, ставлю дым. Они ошеломлены, то есть они пока не бьют меня. Ухожу в инвиз. И продлеваю инвиз. То есть поставил двойника и все еще не видим.
Прикольно, в общем. Как бы я сейчас без шмота, все равно за полное вот это вот время действия вот этого АОЕ скилла, да, я все равно убиваю врагов. То есть, и я бы сказал, актуальных для меня врагов. У меня 26 уровень, у них тоже 26. И не только слабых с одной точкой, а с двумя точками, с тремя точками, они тоже хорошо уходят. Этих можно, они даже инвиз не тратить. Они сейчас меня не смогут ударить. А, все, очухались, смогут. Опять же тоже, ну, вот игра без шмота, да, позволяет понять класс. А если играть со шмотом, ну, блин, все скиллы будут ваншотить всех мобов, всю игру. Пока не начнется high-level контент, где все будут ваншотить уже полта. Так что, а здесь так-то интересно получается. Плюс еще у нас один нож, а не два. То есть это позволяет мне дольше, за счет инвиза, дольше спокойно ожидать работы своего этого ауешного дамага. У паладина в свое время был... Так, мне надо здесь что-то освободить. У паладина был щит для его сейф-механики, да, а здесь инвиз. Вот такая вот разница. Дамаг больше, чем у паладина. Тех же самых боссов я сношу гораздо быстрее. Кстати, 26 уровень. А что-то там из умений, по-моему, добавили. Так. Да, добавили. От получаемого урона потери незаметности уменьшается на 10%. Восстановление незаметности ускоряется на 5%. Но восстановление после выхода из инвиза. Увы, не в инвизе. Так, отходим. Получаемого урона потери незаметности уменьшается на 10%. Блин, конечно, звучит хорошо. Дым тоже наносит урон. Небольшой, но... Иногда в сумме с обычной ауешкой, ну, шикарно это происходит. Так. А у меня стоят... Повышает вашу скорость на 10%. Парирование, критический удар на 2500. Критический удар. А не о шансе критического удара, надеюсь, да? Критический урон 86,5. Давайте проверим. Липкий покров. Скорость не так важна. Парирование. Опять же, парирование не панацея, лучше оборона. Парирование защищает нас на 50% от урона максимум. То есть не больше 50%. Критический удар. Сейчас увидим. Да, критический. Это имеется в виду шанс критического удара у них. Потому что критический урон так и остался. Ну ладно. Так. Второй в режиме незаметности. Скорость увеличивается на 15%, а период восстановления ваших умений на 10%. В принципе, меня это устраивает. Сейчас проверим. Что-то они это... Задумались. О, проснулись.
Забавно, он стреляет с одного ножа. Обычно он двумя ножами метает, а это с одного. Так, еще раз. Получаемого урона, потеря незаметности уменьшается на 10%. Блин, бред какой-то. Это столь незначительно. 6 секунд, 6 секунд незаметности. 10% к этому. Это такой мизер. Вот и все. Так, квест мы здесь сделали, нам теперь сюда, да? Блин, не люблю я это дерево. Но ничего не поделаешь. Поехали туда. Туда, туда. Смогу тут срезать. Вроде как да, срезал. У паута еще классно выглядит ульта. Ее переработали недавно, она стала так, ну, реально красиво выглядеть. Сейчас на каком-нибудь боссе покажу. Хотя тут боссов долго еще не будет. Ладно, здорово, моби. Сейчас только найти его надо. Ветхий скелет. А, вон на этом покажем. То есть он классно так подпрыгивает, от моба отталкиваясь. Так, этих... Уже скелет-истребитель, да? Почти. 250. Еще 250 и будем уже это... Еще и титул получим. Но когда нас бьют... Да, кстати, вот это может быть. Когда нас бьют, у нас незаметность восстанавливается медленнее. То есть сбивается ее реген. Возможно, мы взяли пассивочку именно на это. Сейчас я еще раз посмотрю. Я почему-то думал про боевые ситуации, а тут, видимо, не про них. Когда моб оглушен, у него вокруг головы так крутится вихрь. Типа он без сознания. Так, от получаемого урона потери незаметности уменьшается на 10%, восстановление незаметности ускоряется на 5%. Ну, в любом случае, гораздо... эффективнее стало восстанавливать незаметность, даже если мы под дамагом. Потому что если паута постоянно бьют, у него незаметность не восстанавливается. Так, мы на месте. Абис, до скольки хочешь стрим? Примерно. Потому что у тебя уже, наверное, время дофига. Попробую, не знаю. Часов 12 мне хотелось спать. Сейчас вроде более-менее. Сейчас, наверное, даже... можно подольше посидеть. Вот оно, то самое место. Чтобы полностью осветить это место, ритуал нужно провести несколько раз в различных местах. Пойдем. Пойдем. Тут, в принципе, можно было практически не приходить к ней. Она сама тут все завершила. Все квесты. Так,
Облако добавим. Ой-ой-ой. Что-то как-то они настойчиво нападают. Еще лезут. Так. Так, и дым. Так, попробуем уклониться от ударов, чтобы остановиться. Все, готово. А сейчас запускаем из инвиза. Ох. Прячемся. Да, хорошо тогда, но это... Не засиживайся сильно. Но я попробую. 40 минут, я надеюсь, продержаться тоже. Я все-таки хочу 30-ку хотя бы увидеть и уже со спокойной душой спать идти. А 30-ка как раз берется где-то в этом районе. Еще боевое преимущество против них прикольно. Только они что-то нифига не ошеломляются. Против больших обычно можно сольный брать скилл. Против таких, как он. Хотя, с другой стороны, он неподвижный, то есть неуклюжий. Его можно с расстояния расстреливать ножом. Нож каждым попаданием увеличивает свой урон. Сейчас на нем висит 10 стаков, то есть я наношу на 25% больше урона. Опять лезут. Так, запускаем ножи. Пропадаем. Так, вроде двойника поставил. Двойника они снесли, да? Ох. Ножи. Инвиз. Продолжение инвиза. Ох, как здесь нехорошо-то вышло. А, все, она сделала, да? Окей, отлично. Получилось хорошо. Ох, так, так. Хорошо скиллы у паута очень быстро откатываются, то есть практически нету проблем с этим. Еще мобы пытаются куда-то попасть, да? Вот эти два сильных. С двумя точками. Опять же, когда ставим двойника из инвиза, лучше отходить в сторону, иначе мобы просто стреляют ауешками в двойника, и они могут попасть в нас. А если попадут, нас может выбить из инвиза. То есть у нас... Так, снижается время инвиза при попадании по нам теми же ауешками. Выпускаем ножи, уходим. Это же не самый крутой моб. Как он высоко, видимо, подлетел, да? Кстати, да, там кто-то вон на дереве сидит.
Так, что-то опять же. Только если сейчас клирик завершит молитву, мне повезет, да. Я бы не справился. Ну блин, а эти зачем вылезли? А, все. Которые летали, приземлились. Ну вот так вот в осветленном мне нравится. Так, 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 так. Почти 27-й. Почти 27-й, там 30-й. В принципе, на 27-м я могу попробовать пойти уже в следующую локацию. Так. Вообще предлагаю сейчас быстренько помереть. Эй, мертвецы, убивайте меня. Чтобы не бежать, потому что бежать далеко, а респадин меня туда быстро отправит, я там окажусь. Как раз там, куда мне надо. Ой, отступить, да. И все, я на месте. Раньше были штрафы к воскрешению, сейчас их нету, поэтому можно даже не париться. Нужно положить новый путь. Штрафы могут быть в данжах, то есть если в данже мы во время боя умерли, нас кто-то поднял, на нас вешается штраф. Если мы умираем еще раз, скорее всего, мы уже не сможем подняться. Вот. А в принципе в условиях локации никаких проблем с этим нету. Теперь нету. Опять же, как я уже рассказывал. Если раньше стоять у костра, чтобы снять ранение в данже, надо было буквально 5 минут, то сейчас сколько? Все ранения снимаются за 20 секунд. Культ дракона в последнее время активно пополняет свои ряды наемниками. Даже у меня несколько человек увели. Естественно, раз мои бывшие подчиненные нарушили контракт, я имею полное право с чьей-нибудь помощью. Так, что-то у меня в сумке переполнено, да? Ох. Странно, что у меня вот эта вещь не пропала. А, 2 минуты осталось жизни. Окей, пускай. Так вот. И бежим дальше. Бежим дальше. Собираем квесты, и мы уже пойдем на вторую половину кладбища. Сюда. Орфисты прекрасно знают, что за особы в пурпурном объявили. Ты уже знаешь, день добрый? Кристофер Чаттлбан. Выдающийся невервинтерский историк. Всегда к твоим услугам. В данный момент я работаю на Заре Манини, из рода Блэклейкских Манини. Вот сейчас будет весело. Сейчас проверим, как у нас это все дамажит. Осматривая фамильные склепы в приюте мастерового, не 28 уровень. Может быть, ножичек второй возьмем. А вот госпоже Манини не повезло. Выкупа они не просят. И мне страшно за свою нанимательницу. Да, в принципе, так нормально. Так, 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 так. Блин, мне бы 4-й слот, побольше скиллов, чтобы выставлять, да? Все сразу. Легкотня. Дым, я уже говорил, что дым был бы классен, если бы он был зеленого цвета. Типа яд. Было бы прикольно. Фиолетовый, что-то так непонятно.
все. Всех зарезали. Не, я думал, второе оружие придется брать. Не, нифига. Тоже хорошо идет. К тому же почти уровень. Так. 35 минут до молитвы. Мы скорее уже апнемся. Немножко накосячил. Посмотрим. Ой. Задел меня немножко в конце уже. Хорошо, восстановился уже к этому времени. Так. И все-таки мне бегать пока здесь. Собирать приказы. Так, так, убить культистов. Культисты — это такие, которые поздоровее. За которыми ходят прислужники. Так, прислужник, бросатель, тут, по-моему, нету. А вот этот, может быть, он как раз и есть, да? Как прикольно-то. Не, повод прикольно играется. У него, знаешь, у него там скиллы, которые раньше, по крайней мере, были, они были красивые. Например, он там... У него был скилл, срезающий часть брони со врага. И визуализация была, будто бы он ножом поддевает кусок брони, и он реально так вот ножом, значит, его сдергивает, и от врага отлетает кусок его доспеха. То есть выглядело красиво, прикольно. Вот. Но, правда, тот скилл был не особо актуален. Ну, просто красивая визуализация. Сейчас я свитков чувствую, наберу с них. Хорошо падают. Так, 9 и еще 2 наемника. Кто ж там у них наемник-то? То есть, грубо говоря, 12 секунд мы можем быть в инвизе. Раньше еще дым, по-моему, инвиз восстанавливал. Двенадцать секунд в инвизе, да? Ну блин, здесь 23 секунды у нас этот скилл восстанавливается. И 6 секунд, грубо говоря, у нас работает потом инвиз. После него. То есть еще где-то 17 секунд у нас КДшка. Но с другой стороны, по нашему умению, по-моему, в инвизе быстрее восстанавливаются скиллы. Истребитель сектантов. Так, в инвизе. Кувырок, это вообще неопределенная вещь, которой не видно, чтобы она работала. Вы получаете дополнительно плюс 25% к силе парирования. Mm-hmm.
Увидеть бы срабатывание этого парирования. Хотя бы раз. Даже в статах. Нам надо оставить одного моба в живых. Но не сильного. Хотя без разницы, мне кажется, он не особо сильный. Эксперимент, короче говоря. Все, этого оставляем. ПП-шечку выпиваем. Сейчас будем смотреть, как нас бьет. Давайте побегаем. Убил я его. Надоел он мне. Сейчас будет куча сообщений о исцелении, но меня интересует совершенно другое. Так, чат. А, был ли у нас наемник применяет натиск, и вы получаете физический урон. В таком-то размере. Так. Просто он по нам чисто бьет, да, без каких-либо там вероятностей уклонения. А вот мы по нему, кстати, не добиваем дамаг. Не допроходит в него. У него, видимо, броня какая-то. Наносим 69 и 74 единиц. Так, ближнего боя получает физический урон. Критический удар наемника, да, применяет верно. Так и вы получаете физический урон в размере. Блин, хоть бы раз увидеть надпись, вы парировали удар или что-то типа того. Надеюсь, да нет, не может парирование быть уклонением с нашего кувырка, потому что он стопроцентно игнорирует урон. То есть если я кувыркаюсь, у меня идет неуяз и появляется такой значок в виде завихрений. Ну, сейчас на мобах покажу. Они сейчас пытаются бить меня. Вот я кувыркнулся, уклонение, надпись уклонение. Но это не парирование. Так, а мой шанс парирования сейчас на данный момент 330. Блин, маловато будет. Так, тогда парирование на 2500 повысит. Режим незаметности, скорость на нее пофиг. Так, период восстановления ваших умений. Вот это, конечно, хорошо. Липкий покров. Быстрее восстанавливается наш инвиз. Быстрее восстанавливаются скиллы. Ладно, пофиг, вот так пока заменим, пока тест будет. Я просто хочу увидеть парирование. 2800. У нас есть какая-нибудь шмотка на парирование, уклонение. Давайте оденем. Сейчас просто идет именно тест механики. Дело даже не в шмоте. Критическое уклонение. Уклонение. Просто собираем максимум уклонения и проверяем на мобе. То есть как вообще это все дело сработает.
крит уклонение не то, все не то. Сапоги вора звучит прикольно. Какие-то странные шмотки без второстепенных стат. Блин, ладно. Оружие какое-то, склонение может быть. Крит удар. Крит. Странно. Защитного стата нет нигде, да? Мобы уже появились. Можно, кстати, заметить то, что одев шмот, я не получил особо сильного преимущества, по крайней мере, по наносимому урону. Потому что статы со шмота, они не влияют на урон, они влияют больше на защиту. Так, уклонение. Кстати, пауты могут носить вот такие маски на лице. Так, но мы будем носить на уклонение предмет. Сто 42, 200 уклонения, 135. Давайте где 200 уклонения. И просто ради теста идем на мобов. Пускай бьют. Да, пускай бьют. Да, воскресаем. И сейчас будем смотреть, что у нас тут было из уклонения. Было ли оно вообще? Всех все ровно идет, да? Послушник применяет умение атака ближнего боя, получаете физ урон. Так, вот здесь интересно. Бросатель применяет умение бросок кинжал, и вы получаете физический урон размером 0. Хм. Интересно. Блин, забавно. Либо он просто неудачно нанес урон. То есть я мог получить 671 урона, но я получил 0 урона. Что это было непонятно. Так, пробуем теперь. Давайте еще один тест, все то же самое, только заходим и помираем на ближайших мобах. Смотрим, когда вылетает 0 и что написано. Вижу цифры, вижу их уроны. Так, еще раз смотрим. Кремация предотвратила бы такие проблемы. Угу.
здесь мы словили весь урон, то есть не было, да? Хотя воин скелет применяет свирепый удар, и вы получаете физический урон в размере 81 из 300. Странно. В тот раз вообще 100%, да, было? Так, 324. 81, если умножить на 75%. Так, секунду. А, вроде похоже на правду. Так, если 81 это как 25%, то 160 это будет 50%. Не, все равно не то немножко. Не вижу, откуда такая цифра вышла. Видимо, опять рандомно. Ладно. Так. Еще у меня какая-то идея была про уклонение. Ох, как бы это все затестить. Уклонение. Спутники, скакуны. У меня есть стат уклонения обороны, вероятность крит удара нет. Так, парирование 3000. Процентного не видим, да? Так. Блин. Крит уклонение. Кремация предотвратила бы такие проблемы. Блин, что-то мне какая-то такая мысль мелькнула, да, и я ее тут же забыл. Что-то я почти придумал, да, как это затестить. Уклонение. Движение. Это совсем не так. Ладно, еще раз пробуем. Встаем и проверяем. Те, кто сражаются с некромантами и нежитью, получат награду. Ноль. Воинский лет. Вы получаете отбрасывание назад размером 0 единиц. 0. Так. Здесь критический удар от скелета, но мы опять же получаем только 149. Критический удар предположим. Так. Опять 0. Это, наверное, с кувырков. Но вот эта вот цифра, да, скорее всего, есть уклонение. Прислужник применяет умение. Получаете урон 165. Из 660. Еще я такую вещь понял. Вчера тоже с Элвисом, по-моему, думали долго. И пришли к выводу, что это не рабочая вещь, а она, похоже, работает. Только немножко не так, как мы думали. Сейчас проверим. Так, ладно, все это снимаем.
Так, у паута есть такая вещь, как вы получаете дополнительно плюс 25% к силе парирования. Мы пытались найти эти 25% в парировании, но здесь нет. Здесь есть предметы, 80, мы с них реально берем 80 парирования. Это... Так, крит уклонение. 77 рейтинг. Раз. И здесь 3. 77 плюс 3 будет 80. Вот отсюда идет к парированию плюс 80. Бонус 2500 это с баб, который я поставил. И свойство плюс 250 это раса людей. То есть здесь нету никаких 25%. Еще раз. Вы получаете дополнительно 25% к силе парирования. Как я это понял, для тех игроков парирование, вот, внизу серым написано, повышается вероятность парирования вами 50% получаемого урона. То есть 50% это максимальный показатель парирования, то есть половина цифры дамага. Но у нас прибавляется еще 25% к 50%, то есть мы парируем 75% урона. То есть больше половины урона мы можем парировать. Хотя есть такой показатель, как оборона, да, и он уменьшает получаемый урон. Опять, как он уменьшает, немножко непонятно. Насколько он уменьшает? Минутку, да, рассмотреть получше. 27. Интересно. Ну, придет Элвис, надо будет ему сказать. А то вчера мы думали, что просто нерабочий стат. Тут наконец-то дошло. А если бы, кстати, не экспериментировал, ничего бы ни на кого бы не дошло, никто бы ничего и не понял, что там за цифры. Победили. Ну, я не сомневался, просто. Можно было бы еще поднять парирование. Раньше у парирования не было такого ограничения. То есть его можно было разогнать до сотни. 100%. Человек стоял, ну, почти 100% парирования. Заходил в данж, и просто ни один моб не мог нанести ему урона. Все его дамажили, а у него уклонения летели. Но потом это исправили. Было бы интересно побороть эту механику. Повторить. Так, наемника убить надо. Тут послушник, тут не наемник. Кстати, заметил такую вещь, что... А, у нас он стоит, да, я думал нету. Так, незаметность и скорость увеличивается. Установление ваших умений уменьшается. Парирование все равно мы его не оценим. С заниженным статом, поэтому ставим этот. Скорость УД нам не так важна. Скорость передвижения. Блин, стат. Критический удар. Блин. Получаем урон, потеря незаметности уменьшается на 10%. Формулировка стат такая странная. Получаемого урона, потеря незаметности уменьшается на 10%.
Оставим. Ищем наемника. Он здесь. Где-то здесь был. Они все здесь ходили. Так, наверное, за деревом. Нету. Ну тогда внизу. Прислужник. Не вижу. Наемник, нам сюда. Ну, по крайней мере, освоил механику более-менее. Понимаю ее. Уже хорошо. Пока, конечно, боссов нету, да, но те, что были, были слишком просты. Тот же Крейг Гнилозуб, то есть он прям быстро улетел у меня. Неожиданный нападающий. Он еще и дальник с ножом, как я. Но я его передуэлил. Так, отлично. Так, здесь уже ничего нету, да? Ох, клип Манини. Блин, ну что, сходим туда сначала. Нету. Врываемся. Посмотрим, насколько это все дело сложно у нас. Так, склепы Манини, кто там в конце? Паучиха, что ли? Не помню. Или она в склепе часовщиков? Сейчас увидим. А тут, по-моему, боссов нету, здесь так. Все простенько, хотя не помню. Не буду гадать. Ох уж этот кварц, как он мне достал. Ну сейчас же этот, да, у нас акции по дропу камней. Мне падают самые дрянные с учетом уровня. Тут такая музыка еще тревожная.
прикольный склеп. Тут еще ловушек дофига. И Пруд их все видит. И критов у меня стало больше, потому что я поставил уже себе эту пассивочку с критами. Заметно больше. Так, насчет ловушек. Вот так вот Пруд видит эти ловушки. И вот так вот он их отключает. Никто почему-то не юзает умение Пруда в этом плане. Все Пруды почему-то бегут напролом и особо не парятся. Хотя если босса встретишь жесткого, да, это будет минусом, что я ловушки отключил. Опс. Нападение, блин, при отягчающем. Никого нет. Тоже хороший ульта, который апает нам дамаг на 10 секунд, пока сейчас у нас кулаки светятся. И она уешь всех вокруг, сносит прям. О, еще ловушечка одна. Прям как хорошо-то. И вот еще одна. А то бы сработало. Вот и забили. Так. О, кстати, да. Обезвредить. Обчистить. Так, идем обратно. Прям как сапер пробирается, все ловушки отключает, зона вообще безопасной становится. Мобы пускай сидят, не мешают. А, привет, Элвис. Кстати, Элвис, да, хотел сказать, вчера думали насчет вот этого умения, да. Вы получаете дополнительно 25% силы парирования. Я просто сейчас так подумал, до меня дошло, что это может быть. Это имеется в виду, видимо, 25% к 50%. То есть у нас повышается вероятность парирования вами на 50% урона. То есть Алпаута получается с пассивкой с его парирует не 50%, а 75%. То есть плюс еще 25 к этому.
Ой, да уж. Ну опять же, как посмотреть, парирование нормально, я так и не разобрался. Видел, что как, ну, какие-то эти цифры дамага могут урезаться, да? Скажем так, вот в журнале боя. На этом все. Думаю, это и есть парирование. Только почему его не видно в самой игре? О. А, да, я вспомнил, что я хотел сделать. Для теста как раз парирование. И валим отсюда, валим. Странный ведьмак. Культ дракона. Теперь уже нет. Так, настроечки. Настройки. Интерфейс. Урона. Показывать индикаторы урона спутников. Индикатор урона для гильдии. Индикатор урона для игроков. Индикатор лечения врагов. Индикатор призванных объектов. Показывать название умений игрока. Блин, нет такого, да? Я думал, есть показывать какие-нибудь там, не знаю, парирование или защитные эффекты. Которые урон игроков. Лечение врагов. Так, предоставить вид забывающего текста, урон источником или объектом, которого вы не являетесь. Так, индикатор урона спутников. Это понятно. Блин, ладно, оставим так. Значит, здесь нет ничего, что может мне помочь. Ладно. То есть практически, ну, полной ротации, которая у меня получается на пак, у меня остается еще. То есть, когда я наконец-то появляюсь после инвиза, у меня уже путь клинка откатан. То есть я уже могу заново его заюзывать. Только уже без инвиза. Блин, какой-то это прям череда этих данжей. То есть пещеры и дворов. Yeah.
Вот так вот. Да, Элвис, с двумя ножами нечестно, так сказать. С двумя ножами слишком прям легко и мобом больно, поэтому я сделал один нож. Ух ты, сколько здесь ловушек. Понимаю уже сложность. Так вот нормально. На самом деле затупил, надо было не ловушки скрывать, надо было все-таки с мобами заняться. Потому что вряд ли они мне дали бы это сделать. Так. Вы применяете умение падает. То есть 120 урона получил от падения. Так, сначала дым, потом ножи в толпе. Дым, ножи, теперь инвиз. А, не успел продлить. Окей, сносим так, ножи, инвиз. Грубовато, но почти. Что-то не получилось идеально. Тетка, которая вышибла крышку саркофага. Такую тетку надо сразу на месте убивать. Мало ли что она удумает. Так. Оружие. .279, .293. Ставим ножичек получше. Пусть и один. Отрубаем последнюю ловушку. Все. Странно сидит. Почему-то в сидячем положении. Ладно.
Все лежат, а там сидит чувак. Так, и что, мне обратно бежать? Дым, ножи. Инвиз. Продлеваем инвиз. И выходя, запускаем еще раз. Ножи. Ух, вперед. Так, 27 уровень, да? Хотел бы, конечно, 30-ку апнуть. Спасибо. Пока вряд ли. Нет, мой отец был не лучшим примером для подражания. Кстати, да. По правде сказать, давайте сдавать квесты, оденем с плюсом на опыт. Мы не общались с тех пор, как я присоединилась к церкви Дэнса. Но из-за слухов о нем, мои товарищи... Я так... Госпожа Манини сказала, что ее похитители упоминали какого-то Азарзеля. Во время заварушки в приюте мастерового... У меня состоялся занятный разговор с нашим юным гением. 300 Фенчеттлбеллом. Блин. Теперь я точно знаю, что тейцы пытаются проникнуть в старые склепы гильдии часовщиков. Думаю, лучше их остановить. Красные волшебники вместе с гнолями расхищают гробницы в приюте мастерового, надеясь отыскать секрет прохода в гробницу часовщиков. Перехвати у них все артефакты. И ох, принеси сколько мне квестов. Возможно, нам удастся самим решить эту головоломку. Ну, пока гнолем идем. 27-й, кстати, можно уже, по сути, да ладно, 28-й апнем и в этот, в хельм. Сейчас пару гнолей грохнуть. Потому что здесь уже перерастаем локацию. Нет смысла будет, ну, засиживаться. Так. Гноли. Задел меня, гад. Блин, что-то опыт как-то не идет. Даже без инвиза.
прикольно так встает в стойку. Такой типа хочет их обнять всех. Потом оп, в инвиз. Кто-то идет. Так, 17 из 20, еще пару мобов. И, наверное, апнем. Уже, кстати, скоро спать, наверное, пора будет. Потому что время раннее. Ох, парирование, блин, с базовым парированием без шмота вообще никак не влияет на персонажа. Но по сути практически вся защита отсутствует. Что не дает нам право на ошибку во время атаки. Ну вот, например, нападаю. Запускаю сначала так. Манекена, потом инвиз, скажем так, пропускаю, представим, да, пускает дымное облако, и все, и меня уже нет. Поэтому только в определенном порядке запускать надо все, все скиллы. Так, сдаемся, и сдаемся мы по-хитрому. Одеваю свои сдавательные штаны и рубашку. Тебе прибыль, но мертвы, а мне даже не пришлось вспоминать, как они ржали, когда... Хорошая работа. Я посоветую с Четлбеллом. Может, получится разобрать текст. Так, готов. Так, 28 уровень, вообще нафиг валим отсюда и, скорее всего, в Хельм сразу. Так, Хельмовый обитель. В принципе, должно уже нормально быть. Три уровня разницы. На 27 могли сюда прийти, уже 28. Кстати, да. Нам что-то дали с умелок. На 28. Дали последний основной талант. Получаете 1500 единиц боевого преимущества. Хорошо. Теперь только следующий скилл у нас появится на... Так. Ну да, теперь только на 30-ке выбор пути. Здесь вот уже есть квест. Хелмова среди Ашмедаев. Когда мы попытались отбить Хелмову обителю Ашмедаев, они натравили на нас армию дьявола. Ашмедаи не должны победить. Приветствую. Ну что ж, сейчас попробуем бесят расфигачить эти паки. Они легкие. Получится, не получится. Вот таких. Так. Пускаем дым, нож. Инвиз.
Все то же самое, что в предыдущей локации. Готово. Даже не пришлось продлевать. Так, сейчас я на этих опробуюсь. А на них я опробуюсь абсолютно так же. Ну, уйду в инвиз на всякий. И продлю. Легко. Так, сколько нам надо? 30 их убить. Без проблем. Смотрите, едут. Заходят, ошеломление есть у них? Есть. Упал инвиз. Так. Бейте чернокнижников, а это у нас... Нет, не то. С этой стороны. Так, здесь чернокнижник у нас. Пока не вижу. Ага, вот они. Что ж, та же схема. Врываемся. Пока терпим. В инвиз. Продлеваем. Запускаем. Вот и все. Это тяжелые локации высокого уровня, да, то есть с 30-го, а у меня 28-й. Шмота нет, и все равно работает. Паладином перестраховывался, когда играл, то есть я полностью зачищал все локации предыдущие. Здесь смотрю, по актуальному идем, даже с опережением. Так, пляшет забавно. Так, отойдем-ка. Допляшем побыстрее. Слава Асмодею! Большого убьем, даже не буду пока пытаться. Конечно, убьем. Просто пока не надо, скоро дадут квест. В инвизе дроп собирать неудобно, не видно, кто собирает и куда. Опасно. Убейте их! Убейте всех! Ай-яй-яй, не успел я ультануть. Хотел с ульты сходить, когда выйду. Так, дубль 2.
хорошо начал. Но добил. На колени, пойду я к тому паку, хочу с ним разобраться. С которым я сейчас дрался. На колени, я переборщил с количеством мобов. Так, а что мне сколько осталось? Двоих. Давайте любой пак берем. С нужными. Ой. Тут не перепрыгнуть. Капец. Так, не вижу. Там уже кто-то зафармил, походу. Забавно, когда вот ты так вот ротацию прогоняешь, да, и еще и успеваешь запустить, во-первых, сначала клинки до инвиза, а потом клинки из инвиза. То есть до инвиза они бьют медленно, и тебя инвиз не срывают, да, потом они тебе все равно уже, когда конец инвиза, ты успеваешь запустить и добиться их увеличенного, ну, увеличенной скорости. Плюс из-за выхода с инвиза у тебя увеличенный урон. Короче, прикольная вещь. Но хитрая, блин. Ашмидаи заявляют, что их дьяволы легиона неуязвимы в бою. Так много мои бойцы даже стали. Когда Ашмидаи отбили нашу атаку, у нас не было времени. Пойдем с дьяволов легиона один раз убьем. Их тела сейчас, наверное, будем прерываться уже. И враг закрыл к ним все подступы. Мои силы не безграничны. Я могу лишь исцелять живых. Так, прошу, дьявол легиона у нас. Помолись за погибших. Вот. Туман. Ох, печалька. Не, я, конечно, могу взять второй нож, тогда им всем конец. Так, 258, 279. Уклонение. Уклонение БП, вероятность скрит удара. Так. Все, они сами напросились. Будем использовать их бесчестный метод. Один пуск. Вот и все. Дело было всего лишь в одном ноже. Ай-яй-яй, неудача. Ну ладно. Вот, на этом, наверное, прервусь, потому что что-то сегодня как-то особо рано меня стало клонить в сон. И хоть у меня открылось второе дыхание под утро, да, но уже, наверное, пора. Раньше ляжем, раньше встанем, быстрее начнется стрим. Спасибо всем за внимание, за компанию, за поддержку. Жду всех завтра. Пока-пока, спокойной ночи. До завтра.